Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир, и сегодня я пройду глобальную модификацию к амнезии под названием Мана. Как вы видели в начале видео, был написан ник разработчика данного мода. И были после этого написаны модификации, которые он создал. Из них мы с вами проходили, как вы помните, Destiny Rebellion. И эта модификация очень даже мне понравилась, и была очень веселой и довольно-таки упоротой. Ну и эта модификация, можно сказать, такого же типа, то есть здесь будет очень даже весело, и будет наркомания, скажем так. Но там еще были две модификации, это Red Ватер, которую я ни разу не проходил, но когда-нибудь, я думаю, мы ее коснемся и тоже на нее поглядим. И там еще была Мата или Мета, я не помню, как правильно она там написана была, но мы с вами ее сегодня тоже пройдем. То есть вот эти вот две модификации Мата и Мана вышли одновременно 26 октября. Только вот я уже сказал, модификация Мана, она сделана как бы для веселья, то есть тут упоротость, будет наркомания и так далее. А вот как раз-таки Мата, она уже сделана как хоррор. Так что начинаем мы сначала с упоротого, закончим хоррором. Эта модификация рассчитана на 30 минут геймплея, возможно больше. А если даже больше, то это, конечно, хорошо. Ну что, давайте немножко расскажу вам про эту модификацию, и я думаю, давайте начнем. Мы будем играть за девушку, а именно за студентку. То есть однажды студент-подросток по имени Элиза пытается убежать в школу магии и колдовством. И когда мы будем убегать, будут происходить странные вещи. То есть уже видите, какая-то наркомания. То есть в этой модификации мы себя почувствуем каким-то Гарри Поттером, только будем играть за девушку. Ну что ж, давайте, я думаю, начнем. А вот, видимо, нам пишут про сюжет, но я вам, в принципе, уже рассказал. Ух ты. Ну, как вы поняли, если это глобальная модификация, то вы сами понимаете, здесь будут новые саундтреки. Вы их уже, наверное, слышите, конечно же. Видите, новые текстуры. Все здесь новое, скажем так. Возможно, мы увидим даже нового монстра. В принципе, это возможно. Первым делом, конечно, давайте посмотрим инвентарь. Ух ты, он, поглядите, как переделал тут интерфейс. Очень даже впечатляет. Тут он сделал прям какое-то сердечко. Называется health. Ну, жизнь и мораль нашей главной героини. Мана? Ну, правильно, если мы в школе колдовства, куда же без магии, это понятное дело. То есть нам, как я понимаю, придется искать ману. Это я не знаю, что это такое. Давайте посмотрим, есть ли у нас тут что-нибудь. Может, что-нибудь. Да, что-то записано. Геймплей. Ага, тут написано про трутницы. Про урон какой-то, про ману. И так далее. Но к большому. О, секрет какой-то. Но, к большому сожалению, я не могу это прочитать, так как плохо владею английским языком. Но первое, что мне на глаза попалось, это звездное небо. Мне вот это интересно, почему оно движется? Наш дом, или где мы, в замке, он что, летит, что ли, в каком-то космосе, или что? Ну да ладно, давайте обыщем эту комнату внимательно. Так, ну тут простые книги, а вот эти как-то прям выделяются, согласитесь. А, ну это книга опыта, что ли. Ну, Poisons, если не ошибаюсь, переводится опыт.
Хотя могу ошибаться. Вы мне не верьте, потому что я, еще раз повторюсь, я владею английским языком очень плохо. Тоже какая-то книга колдовства. Некромань. Про некромантов, может, какая-то, не знаю. Не знаю тоже. Ну, короче, все эти книги связаны с магией. Давайте дальше осматриваться внимательно. Не будем спешить проходить эту модификацию, она и так по времени маленькая. Зачем спешить? Женщина, вы кто? Мать, ты ли это? Ну, взаимодействовать с ней нельзя, и наша главная героиня, к большому сожалению, не может прыгать. Ух ты, вот мы немножко хоть осветили, а то вообще ничего не видно. И сразу же вам скажу, советую смотреть эту модификацию, конечно же, ночью. Не в том, что она не страшная, я еще раз повторюсь, она шуточная, скажем так. Но просто вам будет не видно. Потому что тут очень темно, и вам будет не видно. Я вот специально дождался ночи, и вот теперь пройду эту модификацию. Если я вот так буду заговариваться, частенько вы не обращайте внимания, просто очень поздно. Я уставший, как собака, и вот сижу, записываю модификацию. О, что это такое? Магическая палочка, походу, да? Ну вот, теперь я уж действительно как Гарри Поттер какой-то. А что мне с ней делать? Оф. То есть она выключена. А если он... Ух ты, ни хрена себе, то есть мы действительно прям какой-то Гарри Поттер. Идем прям палочкой, освещаем помещение, это, конечно, круто. И, как я понимаю, у нас тем самым тратится мана, это, конечно, тоже круто. Да, за это прям я бы сейчас пожал разработчику руку, прям красава. Я впервые такое вижу, это что-то новое для меня, конечно. Так, какой-то куб. На нем написано что-то А1, А2, Б1, Б2 и ничего другого. Значит, это не важен куб для нас. Подруга, не хочешь приодеться? Не, говорит, не хочу. А тут у нас котелок, который нафиг не нужен. И груша какая-то, причем она... Непонятно немножко груша, ну да ладно, давайте выкинем ее. Шторки прям прикольно сделаны. Не, все здесь круто сделано. И пол, и текстура, и диван даже прикрасил синий. То он обычно какой-то зеленый, вспомните. Не, все круто сделано. И вот мать какая-то лежит. Что-то она вообще какая-то просто упоролась и валяется. Не знаю, кто это за женщина. А вот эти двери, кстати, из амнезии. Это я, то есть, правильно сказать, из второй амнезии. Это я вот уверен в этом. 100%. Почему над нами опять же тут звездное небо и куда-то она летит всю дорогу? Ну, видимо, да, мы находимся вот в этом здании, и она куда-то летит. Может быть, мы и вправду в космосе. Не понял, что нам написали. Маленькая дверца. Прикольно. Что у нас-то еще тут? Давайте посмотрим. Интересно, вот как будет выглядеть мана. О, ключ. Это кровь, что ли? Ну, вообще, кровать совсем, гляньте, другая. И тут, видите, таким прям, я бы сказал, очень неприятным цветом эта кровать. Какой-то самогонный аппарат какой-то. Деньги. Интересно, что за эти деньги мы будем покупать? Прям... О, Ленин! О, Ленина можно брать! Впервые такое вижу. По-моему, Ленина еще ни в одной модификации нельзя было брать. А, Ленин, посиди-ка ты тут. Грибы. Это нормально, конечно. В комнате растут грибы. My name is Борис... Тут про каждого написано. Ну, опять же, я не знаю, что это все значит. Ух ты! Во-первых, наша главная героиня действительно издает женский голос, то есть... Как она прыгает. И прыгает она довольно-таки высоко. Вот это вот тоже странно. Да ладно. С одной стороны, это, конечно,
Хорошо, с другой стороны, это... Ёпть, я аж напугался, блин, я думал, что она откроется, а мы ее можем взять. Прикольно. Раз мы можем высоко прыгать, значит, от нас могут прятать... Какая странная картина, да? Ну, ладно. Значит, от нас могут прятать предметы где-нибудь на кроватях, на шкафах и так далее. Дверь закрыта. Но ключ не от этой двери. Эта дверь тоже закрыта. Да что ж это за такое? И тоже ключ не подходит. Тоже закрыто. Что тут ты будешь делать? Как я понял, походу нам придется идти в другую локацию. Погнали. Пока, я могу сказать, очень даже впечатляет мне модификация. Очень неплохо, и саундтреки сделали прям круто, и текстуры новые, ну все шикарно. Разработчик красава. Конечно, он не русский, он меня не поймет, но, блин, ты красава, отвечаю. Вот это, как я понимаю, мана. Да, это мана. Замечательно. Я что-то не понял, она что, залпом выпила эту ману, что ли? Видимо, да, то есть она, ну, вообще, да, так и должно быть, она должна выпить ману. Все правильно. Так, там темно, давайте воспользуемся нашей палочкой. Сюда нас почему-то не пускают, не знаю почему. С чего? Не понял. Кубик, Рубик. Что-то там про как раз таки про Рубик было написано. Ни хрена себе! То есть мы палочки, ну, наверное, мана тоже тратится. Мы с помощью палочки можем вот освещать всякие, вернее, зажигать всякие там свечки, лампы, и это, конечно, круто. Что у нас тут? Давайте посмотрим. Ничего тут у нас в сундуках нету. Хорошо. Хорошо, дорогая. Что? Наша главная героиня посмотрела на эту картину и, как видели, нам что-то написали. А я могу нажать на эту картину? Давайте нажмем. Что? Креатор? О, Валерка, здорово, как я по тебе скучал, а? Я не понимаю. ЛСД. Канисабусус. Походу он перечисляет модификации. Интериус, это я тоже проходил. Канисабусус, Интериус, я это проходил. О, это мод с клоунами, я тоже проходил эту модификацию. Это тоже мод с клоунами, четвертая часть. Хэртбондж тоже проходил эту модификацию, довольно-таки веселая. Инкограви, вот эта жуткая была модификация, я тоже проходил. Как я понял, то есть разработчик перечислил модификации, из которых он там взял текстуры или еще что-нибудь там, монстра. Ну, правильно сделал. Не в наглую стырил, а сказал игрокам, что это не он делал, а взял любезно. Мне, конечно, все равно. Даже если он взял, ну, сделал, погляните, ее взял, сделал он это все шикарно. Охренеть, он двигается, вы видите это? Прикольно. Тыкву могу взять, ничего себе. Но под ними ничего нету. Давайте. О, так будет лучше. О, я вижу письмо там. Ничего не понятно, что там было написано. Какая у нас сильная главная героиня. Вы поглядите, спокойно двигает предметы, как ни в чем не бывало. Молодец. Это, конечно, молодец. Я могу спрыгнуть, видимо, вон туда, но пока что не хочу. Тут еще надо осмотреться. Вот этого орла где-то уже я видел. Хрустального. Не помню, в каком моде, я уже и не вспомню. Голова уже не варит нифига. Хм.
Вода льется. Что за наркомания? Стена движется. Ну, это нормально. Так это, видимо, назад мне приведет, понятно. Давайте тут все. Хотя, не обязательно тут все поджигать. Зачем? Зачем тратить ману, да? Давайте не будем ее тратить. Ой, я вижу деньги. Ну-ка, я хочу залезть посмотреть на вот эту картину. Ну, она какая-то, конечно, наркоманская. Поглядите это. О, я могу потушить огонь. Так, ну мне особо некуда идти, только, видимо, вот сюда. The hell. Не, я повторюсь, модификация, конечно, очень классная. Я в восторге. Все классно сделано. Так, туда спускаться я пока что не хочу. О, здравствуй, мадам. Вас как зовут? Ну, она какая-то упоротая вообще стоит. Ну, как сказать, хотя не, посадит. Посадят нельзя, извини, подруга, нельзя. Посадят. Потому что, я думаю, тебе нету 18 лет, да? Так, а что я должен ей принести? Что-то она там у себя записала, что именно, не знаю. Сюда тоже можно спуститься. Боус Винч. А могу ли я? А не могу. Сюда требуется ключ или еще что-то. Значит, нам остается только одно. Спускаться вниз. Вот эти два прохода все равно, мне кажется, к одному ведут. Ой, подруга. Давай там какой-нибудь... Ладно, уже все. А то какой-нибудь там взмах палочкой и слова какие-нибудь. И под нами там что-нибудь появилось. Ковер, самолет какой-нибудь. Нехило мы так свалились, и причем не на мягкую поверхность, но ей норм. Охренеть. Все в плитке тут синие, что за... Тихо, подруга, что с тобой? Ты чего? Что-то нам пишут, непонятно что. Что это значит? Я через это могу проходить, то есть... Блин, это круто сделано, погодите. Я докоснулся, все, теперь я пройти не могу. Еще раз нажал, теперь могу пройти. То есть... Эти ворота, скажем так, они становятся прозрачными, и мы можем пройти. Так, еще 50 золота мы взяли. Не знаю, зачем. Зачем мы собираем это золото? Не знаю. И тут также круто, блин. Ой, тут дверь каким-то красным пламенем горит. Но наша магия не может открыть эту дверь. К большому сожалению. А вот стенку мы смогли убрать. Ох, ё-моё, вы кто такие вообще? И что они тут? Какие-то... Тихо. Они не будут меня нападать. Они тут всю стену обрисовали. Вы поглядите. Нарисовали какие-то странные рисунки. Какие-то зайцы, люди, птицы, змеи. Да и тут... Чё только нету. Ты же дружелюбный друг. Фу, какой ты жуткий. Это знакомый друг, в принципе, в Мизе. Этот монстр был, просто он его как бы разукрасил, немножко изменил его. О, они пропали. Ну и хрен с ними. Погнали наверх. Так, надо бы мануйка. Что за звуки? Это ты звуки издаешь? Я могу его освободить. О, не-не, сиди там. Кровище сколько. Сиди-ка ты там. Я думал, ты дружелюбный, нифига подобного. Выпускать я тебя не буду тогда. Я лучше даже на всякий случай вот закроюсь. А то вдруг он там выломает и потом за мной побежит еще. Опять же над нами потом... Ой-ой-ой, чуть-чуть она покачнулась, как будто пьяна.
Ух ты, Safe Game. Неплохо, мне это очень даже тоже впечатляет. Прям посреди игры нам дают сохранение. Тихо-тихо, ты что, упала? Что с тобой? Классрум. Чего? Мы попали, что ли, в какой-то класс? И она в шоке от этого, что ли? Не пойму. Ну, что здесь такого? Ну, в класс, да, какой-то мы попали. Вот парты тут какие-то. Стулья. Ой, ни хрена себе! Сказал я себе. Мы свинью оживили. Да ладно, ну-ка дайте покатайся с ней. Поехали, родная. Да, в принципе, видите, на свинье очень даже можно кататься. Блин, ну разработчик, ну красава. Гляньте, ну я в шоке от этого мода. Что это за кристалл непонятный? Также, как я понимаю, мы можем здесь и вот этих двух свиней оживить, но я не хочу. Я думаю, мана тратится на это. И зачем? Зачем нам оживлять? Пусть одна вон свинюшка ходит. Так, нам говорят, что здесь что-то есть. Ну, я по этой карте все равно ничего не пойму, честно говоря. Я думаю, по ходу дела найдем. Давайте посмотрим, что-нибудь есть здесь на портах вообще. Тут ничего. И тут, в принципе, тоже. Видимо, директор этой школы идет. Давайте переждем. Я надеюсь, его не смутит, что здесь свинья ходит. Вроде бы ушел. А куда он ушел-то? Идти тут некуда. А, ну, видимо, он назад пошел. Выломал дверь и пошел назад куда-то. Так, это дверь в другую локацию. Погодите, тут еще вот, или же есть дверь. Куда можно зайти? Зачем нам уходить отсюда? Вы что так пугаете? Я же не стальной, ребят, вы чего? Если уж вы сказали, что пугать не будете, то не пугайте, прошу вас. Не, ну как, там было написано, как бы, немножко-то будет пугать, но все равно рассчитано это на веселье модификации. Так что, опять тыквы. Че я должен найти вообще тут? Какие-то буквы. Как смешно. Письмецо. Так, опять же непонятно, что в нем написано. И неужели тут ничего нету? Ни мана, ни ключа? Да никогда в это не поверю. Давайте обыскивать. По-любому что-нибудь тут найду полезное для себя. А может быть и нет. Потому что что-то я бегаю, тут ничего нету. Тут, видимо, вот... Это, видимо, тоже какой-то класс. То есть они вот вокруг вот этого шара садились и там что-то гадали по нему. Я не знаю, честно говоря. Это так делаю свое предположение, что они делали этого шара. Так, тут еще одна дверь, но она что-то чересчур огромная. Что-нибудь положить, даже не знаю что. Давайте посмотрим, что. А это еще какой-то класс. Ух ты. А это, кстати, по-моему, я честно могу ошибаться, но это, по-моему, мухоед. То есть мух жрет это животное. Но могу ошибаться. Здорово. Триста чего? Тебе золото дать, что ли? Не, говорит, не надо.
Иди в баню. Я думал, ты что-то мне хочешь посоветовать тут, а он ничего мне особо не дает. О, письмо. Ничего, непонятно, что в этом письме написано. Что это было? Ну-ка еще раз. Ну, короче, шкаф закрыт. Ну, и, видимо, кто-то в нем сидит. То есть закрылся и сидит, ни в какую не хочет вылазить. Ох, какой он есть. Карта какая-то. The Secret Open Slovakia. Чего? Словакия. А, тут карта. Вот смотрите, тут прикольно сделано. То есть Вьетнам, Казахстан, Словакия. Что? Офигеть. Я открыл какую-то секретную дверь, выбрав... То ли... Не понял. Я не понял, какую вообще страну я выбрал. Ну да ладно. А почему резко... Тише. А, не, вроде поет саундтрек. Чё? Пропала стена. Это нормально вообще? Ёлки! Зачем так пугать, а? Ты тоже, да? Немножко припугнулась. Да кто такая вообще? Мадам. С вами все в порядке? Вы так неадекватно вылетели на меня. О как. Я через стену прошел. Не могу пройти. Подождите, там могли быть двери еще. Верните меня обратно. Я хочу вернуться обратно, однозначно. Там двери были еще. Мне назад нельзя, да ты шутишь. Да как так-то? Там же дверь была, я видел еще одна. Ну ладно. Сюда нам нельзя. Япона, мать. Кристаллы опять какие-то. Слушайте, так это Хогвартс, не? Чё-то прям вот напоминает мне это. Походу, да, кстати. Хотя я не уверен. А может быть и нет, это я уж с ума сошел. Так, ладно. О, ты кто такой лысый? Lord Faked Desert Falcon. Не знаю, что тут написано. Не понимаю. Так, тут дверь... О, здорово. Hello. Ладно, ничего она мне больше, в принципе, и не скажет, кроме hello. А, не, она какой-то вопрос там задала, но я не понял ее вопроса. Что это за... Не знаю. Так, эти ворота опять под какой-то магией непонятной. Мы открыть не сможем, к большому сожалению. Ну что ж, давайте начнем с вон той двери. Если она будет закрыта, то пойдем в какую-нибудь другую локацию. Значит, все, придется забыть и другую локацию. Куда деваться? Погнали тогда. Гоблин данжен. То есть... Пещера гоблинов, что ли? Да ладно, вы шутите. Вот там, видимо, сейчас нас пугать-то будут. Сохранение. Офигеть. Куда я попал? У меня маны уже нету. Как быть-то? Давайте поэкономим, а? Чё за звук? Ты чего? Как будто... Ладно, смотрите, смотрите. Не буду говорить. Я думаю, многие догадываются, что я хотел сказать. Что? Что происходит? Я вообще сейчас не понимаю.
Гарри. А что надо сделать? Может, тебе палочки по лбу дать? Мне надо к нему бежать или что? Да нифига подобного. Не пойму, что мне надо сделать. Ой, беда, ой, беда. Они за мной бегут. О, здорово, рыцари. Куда бежать-то? У меня нету фонаря и все. Че у тебя с головой? Давай, 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 родные. Не напугайте меня этим. Что это? Вы это должны видеть, я хочу осветить, чтобы это видели вы. Господи, что происходит? Да включите свет. Где-нибудь еще можно включить? Нельзя. Господи, что это такое вообще? Это еще такая музыка прям подобрана классно. Ё-моё. Какая наркомания, так и дверь открыть я не могу, видимо, вон туда нам надо. О, деньги! Я должен взять деньги. Давай, залази. Максимум голд. Где тратить деньги? Вы что, за мной бежите, что ли? Каспер, ёперный! Отстань! Отстань! Дай, больно! Дай, я уйду отсюда! А, да открывай же дверь! Да отстань! О, я нашел дверь! Да ты по... Говно! Что за жопа вообще происходит? Вот это, кстати, монстр, по-моему, был в Инкограве. Вот он там был, по-моему. Какая тут дверь была открыта? Вот тут, по-моему, в этой стороне, да? Вот она. Ё-моё. Куда я попал? А, вот это... Из мода с клоунами вот такой куб был. Там еще шары такие были классные. Вот это классно сделано. А-а-а! Больно? Больно? Мне очень больно. Я ничего не вижу. Доставьте меня в покое, прошу. А ты летать можешь? Где он есть? Я боюсь, не допрыгну. И до туда тоже, наверное. Давай! О, допрыгнул. Чё? Мужика вообще... Кто-то грудь пробил, блин, и он в юбке какой-то. Что происходит вообще? Я не понимаю. Куда идти? Я вот сейчас лично ничего не вижу. Если бы я днем играл, я бы тут вообще бы тогда. Это я ночью еще играю, не вижу нифига. Что? Коса? Подождите, я... Что происходит вообще? Ребят, вы вам чего? На-ка! На-ка! Следующий. На-ка! Давай, там другой вон сейчас будет бежать. Нифига себе. На, получи. Косой балбу. Да сколько можно? А, все. Паук. Возьми косу, а. Ну-ка. О, ну на. Не подходи. На. На. Вы чё, я еще не все сделал.
Не перемещайте меня никуда. Чего, теперь у меня, походу, в инвентаре, что ли, есть он? Да. И правду есть. Ну-ка, паука я могу убить? Не, паука не могу. И кататься тоже не могу. А жаль. Так, пришли мы с вами отсюда, да? Тут нифига не видно. Тупик, походу. Значит, погнали. Вот сюда. А пройти мы не можем. Почему-то. Может, косой как-то. И что делать мне? Прикажете? И что? Я сейчас вообще без понятия, что происходит. И до сих пор коса у нас в инвентаре. Мы что, их штампуем, что ли? О, господи, где мы? Что за наркомания просто, а? Ой, а тут вообще темно. А, чё? Кто, кого? А, я назад вернулся сюда. Ой, бегут, бегут, ребята. А как мы с вами дра... Это надо было с собой косу брать. Ну, а я знал. Я же не знал, что надо было косу с собой брать. Надо было косу с собой взять. И тогда бы мы их убили бы. Так, это где сейчас я начну? Да вы шутите. Это что, мне опять, что ли? Ебать, мать, ну ладно. Куда деваться-то? Сейчас опять эту херню встречу. Иди в манную кашу. Отстань. Отстань от меня. Неприятная тварь, особенно звуками. Ой, блин, это опять сейчас мне их убивать заново. А, нет. Не надо убивать заново. И это меня радует, конечно. А вот он, коса, кстати, меня ждет. Давай, пошли. Да ладно! Я вот только что хотел сказать, давайте проверим, может ли она ломать коробки. Может, то есть она может и двери ломать, все что угодно вам. Ну, приматы, где вы есть? А по-моему, приматы ушли куда-то. Я не знаю, куда они делись. Что надо делать, я сейчас лично сам не знаю. Ну, как я понимаю, сейчас вот оббежим здесь, посмотрим, есть ли здесь еще двери. Как я понимаю, нам надо валить отсюда. Мы сюда как раз-таки пришли вот за этой косой. Чтобы мы могли другие там двери ломать и так далее. Потому что я не знаю тогда, зачем мы еще сюда пришли. Ладно, погнали наверх. Сейчас, небось, эти дураки мне по дороге встретятся как раз таки. Какая же наркомания все-таки. Так, ладно, назад. Потому что, я не знаю, в этой локации вроде мы все сделали. Так, давайте теперь... Привет, привет. Вот теперь, походу, я понял, для чего вот этот луч вверх. Вот тут мы можем вот так вот взять косу, сломать. Или не можем сломать. Ой, а чё он такой огромный? Ух, ё-моё. Как ты вообще держишь его? А, вот ворот смогли сломать.
Но я не хочу пока сюда идти, тут вон дверь в другую локацию есть. Тебе вообще чего надо? Чё ты мне руку вверх-то машешь? А, нет, в эту дверь мы не сможем зайти. Кстати, коса теперь меньше стал. Может, теперь мы можем сломать дверь? Не-не-не, нифига подобного. Дверь как была закрыта, так и будет. Видимо, мы никак не сможем открыть дверь. Ну да ладно, погнали. А, нет, не погнали, дайте возьму с собой косу. Кто его знает, кто по дороге встретится. Нифига не вижу. Чего? Что-то нам говорят три выбора. То есть там, допустим, тебя ждет. Только не понимаю я вот в том-то и дело, что тебя там ждет. Хрен узнает, я. Игра сохранена. А, нет, я увидел ошибку. Мне выдало почему-то ошибку. Ну ладно, давайте тогда еще раз зайдем, что ли. Куда деваться? Пропустим это все. Ну, на этот раз я вправо не пойду. Не хочу я ошибку вновь увидеть. Это где? Да ты шутишь, что ли? А другого сохранения нету, что ли? То есть косы у меня нету, да? Ну, давайте добежим, да хорош. Тебе что-то как это... Ну, что тогда делать? Давайте бежать еще раз. Куда деваться? Придется бежать. Мы все-таки сейчас все знаем с вами и по-быстрому сейчас это все пройдет. Ой, хотя сейчас долго вот на это все смотреть придется. Ой. Ну, что поделать. Если что, вы промотаете, конечно. Зачем смотреть еще раз на это? Давай, вы идите туда. Я не знаю для чего, конечно, вы туда идете. Ну, я уже знаю, куда мне надо бежать. Я погнал за косой. И они сразу агрятся на меня. Тут по дороге, конечно, много дверей. Вот мне интересно, закрыты они или нет. Возможно, нет, там можно найти что-нибудь полезное. А, не напугайтесь. Опять эти упоротые кусты какие-то, блин. Тут сейчас этот тварь появится, пугать начнет мне. Бабла. Оставь меня в покое. И ты меня оставь в покое. Оставь в покое, прошу. Сейчас тут нам убивать придется долго, причем пока этого убьем. Махнуть он хотел, что с тебя? Ну, на этот раз я вправо не пойду, в баню. Можно, конечно, попробовать еще раз пойти, сохраниться и пойти еще раз, но не хочу. Все, тогда уж пойдем прямо. Ну что, давайте. Понеслась. Даже...
Я понял. Все, давайте, речь. Так, ставим эту косу сюда. Сейчас как раз таки вот эти ребята на меня побегут. Давайте. Ну? Я ожидаю вас. Чё это вы передумали? Чё-то мутнеет у меня, но... А вон они. Чё-то стоят там. А ну! Брысь отсюда! Это за магия. Непонятно. Так, все, коса нам, в принципе, не понадобится. Не, ну... Что я могу сказать? В принципе, модификация веселая. Но, что-то мне кажется, я очень много пропустил. Много... комнат. Я вот так вот думаю. Там были же двери, много дверей было. Я их пропускал, блин. Хотя, может быть, они были закрыты. Вот. Это, конечно, для меня останется загадкой. Так, и вот тут опять у нас выбор. Хотя странно, почему я отсюда не начал? Там же было написано, что игра сохранена. Но нифига подобного. Пойду я, наверное, прямо. Я, честно говоря, не знаю, что там ожидает или слева нас ожидает. Не знаю, но пойду прямо. Вправо я уж сходил на свою голову. Там кто-то закричал и мне ошибку выдало. Спасибо, не хочу. Сейчас вот нормально, загрузка, никаких ошибок. Полчаса я говорил, да? Угу. Уже, по-моему, мы больше 30 минут играем, так что я думаю... Чё за Марио? Твою налево, а чё происходит вообще? Где я? А, чё, хеллоу. Босс? Какой босс? Не, я не хочу с боссом воевать. Туда падать я не хочу. Ай, давай, ладно, с первого левела, что ли, начнем. Cheese World. Пешка. Что это за... Что это значит? Я кинул пешку. Для чего вот эти вот тут кони, гляньте, пешки, для чего? Непонятно. Что происходит, я не знаю, ребят. Вообще без понятия. То есть, подождите, это то же самое, только... Да хотя ни хрена не то же самое. Тут проход был, когда в красное выбрал. Вперед нельзя, говорит. Ну ладно. Нельзя так нельзя. Тогда давайте в красное переместимся. Туда вот нам не подняться. А, вот может для этого нам... А, хотя как я перемещу вам коробки тут? Ёпти. Иди в баню, сиди там сам.
А как мне туда попасть? А, ну она прыгает высоко. Да тут и вот так можно делать. О, Валерк! Только тебя опять покрасили, а? Что ж это такое? Еще один Валерка. Ничего себе, конь какой огромный. Куда-то наверх надо подняться. Какая наркомания просто, капец. И для чего я сюда поднялся? Но я думаю, вот эта комната, она неспроста. Тут где-то можно, наверное, куб. Допустим, вынуть из-за кубом там какой-нибудь секрет. Я думаю. А ну-ка, вот что-то выделяется. Ага! Ты давай! Валер? Погоди, давай тут еще посмотрим. На всякий случай. Ну не, я думаю, это единственный проход. И прям... Хорошо, что я его заметил. Я к чертям собачьим запутаюсь здесь, отвечаю. Чего? Даймонд. А, все что ли? Да там вверх можно еще было подняться. Ну, видимо, пройден. Видите, пропал левел 1. Хорошо, давай левел 2. Блин, знать бы, что здесь написано. В третьей двери что-то время, во второй хорошо. Про первую непонятно. Время, хорошо. Давайте во вторую, раз тут хорошо. Ну, я думаю, нас обманут. Что это значит? Так тут никого нет. Откуда эта тень? Ну ладно. Письма нету? Ладно. Неправильно? Понял. Неправильно. Или правильно, не знаю, что меня откинуло. Китайские символы. А какая разница? Что, допустим, вы... А, нет, видите, если вы неправильно, то вас выбивает. Понятно. Ну-ка, если я эту открою. Понятно. То есть тут две правильные, одна из них неправильная. Вторую мы выбирали, значит, давайте выберем первую. Не угадал. В принципе, прикольная игра. Было бы интересно, если только заново прям начинаешь и там... Двери заново пробуешь открывать. О, это... Письмо. Ну-ка, могу взять? Могу. Прикольно, это походу... Надо найти выход, что ли? По-моему, за эту дверь, да? Да непонятно. Где выход-то? Выход отсюда где? Походу как раз таки, блин, мне надо через него попасть. Я слышу, что он где-то... Валера! Мы с тобой друзья! С давних времен! Ой-ой-ой. Валим. О, господи, что это за рука? Ой-ой-ой, наркомания. О, вот вам и Diamond 2.
Замечательно, левел 3. Так, что мне тут надо сделать? Ты что, рыбу ловишь, что ли? Или что ты делаешь там? Не, по-моему, что-то... другое делает, плохое. Жест, по-моему. А, не, он... что-то руку себе массирует там. Все равно как-то... Баня. Да вы поглядите, он обдолбался просто. У него глаза просто... Он, закрыл глаза и все, обдолбанный сидит. И что за такое? Уже все. Язык заплетается вовсю, а мне еще, блин, модификацию вторую записывать, которая... жуткая. Страшная будет. Что происходит? О, танцуем все. Хорош? Бля, брейк танцует, походу. Хотя, не, это брейком не назвать. Ох, давай, давай, это, прям ноги вперед и погнали. Не, они со мной не хотят именно прям в обнимку танцевать. Он вообще когда-нибудь купаться пошел. Ему норм. Нет, конечно, с вами тут весело, и девчонки у вас тут ничего так, но я пойду дальше. О, вот он, еще один. Изумруд. Левел 4. Ну, в принципе, нам, гляньте, уже говорят, можешь выйти. А, можно же попробовать еще раз уровень пройти. Давайте. Четвертый левел. Что тут? Какое-то кольцо вращается. Так, там свинья. Я туда уже не хочу идти. Там труба, картина, а тут ничего. Подвох. Пойду я лучше сюда. Так, походу в воде кто-то есть. Ну или сейчас, когда возьмем мы деталь дрели. Не. Никого нету. Как ни странно. Вот она еще. Что-то как-то все это странно, тишина вообще мертвая. А, вот она еще деталь. Так, теперь это добро надо бы. А, мы уже сам там, вернее, сама все сделала. Без моих усилий. Цензура. А могу я это? Я не могу. И что? Неужели мне этим надо работать? Бля, правда. Ну ладно, полезли наверх. Ой, паук внизу появился. Так. Там вообще, я не знаю, как туда попасть. Там стекло. Ай-яй-яй. Для чего прыгал, непонятно. Туда я вообще не знаю как. Там хоть стекло прозрачное. Может, как-нибудь по-другому попадем. Ой-ой-ой. Так, замечательно. Куб вот интересно с собой брать. Здесь пригодится. Ох ты. Не, довольно-таки все легко. Ого. Опять эти кусты укуренные. Так, наша главная героиня что-то выпила. Что? Пока не пойму. Что теперь, когда я выпил? Хрен поймешь. Отличия не вижу. Что, блин? А, ёп! Перный театр. А чё теперь делать-то? Ну, лазю я по стенам, и что? Я вообще в шоке, не пойму.
Ну, тем самым мы можем вылезти отсюда. Да, вылезти мы могли. Угу. Цепляйся, цепляйся. Я не знаю, каким образом ты цепляешься, конечно. Это смешно. О, молодец. Что за капец? Так. Слез я вниз, хорошо. Мне трудно объяснить, что это все значит. Там, походу, проход есть. Ну-ка. Блять! Сука. Охренел, что ли? Господи, куда я попал вообще? Я вот сижу молчу, вот я в ахуе. Извините, заражение, конечно, но я вот... Охреневаю эту модификацию, у меня просто голова сейчас вот такая вот. И чё? Вы мне хотите сказать, я должен с помощью вот этих кубов залезть вот сюда, да? Вы что, шутите, что ли? Ну да, это ж весело, блин, строить. Ты как туда прыгнешь? Это вообще нереал. Только если вот тут строить. Может, тогда получится. Так, запрыгнули. Ох, еп. Не разбились. Магия. Какой ужас. Куда я лезу вообще? Ой, подруга, в какую-то наркоманскую школу попала, а? Это ж вообще капец. И как мне добраться до туда? А, ну вот так. Все. Вот четвертый левел мне показался немножко вот таким уже, упоротым. Первый, второй, третий более-менее как-то, а вот четвертый вообще просто... Говорит, здорово! Здорово. Ага! Ой-ой, хорош орать, вы чё орёте-то? Ё-моё, вот это свинья огромная. Что это за тварь? Вообще не понимаю. Ты главное, чтобы она не ожила, эта тварь. Ой, коты какие-то за мной ползают. Давай, бери, все равно, что там было, что не было, все. Мы сбежали оттуда, это меня радует, конечно. Так. Тут двери. Можно спрыгнуть. Я... Давайте сохранюсь. Блин, это выйдет, ну ладно. Ладно, сохранюсь сейчас. Попробую спрыгнуть. Так, я думаю, нам надо в дверь идти. Но что будет, если я спрыгну? Пойдем в другую локацию или умрем, вот это мне интересно. Не, ну конечно, тут монстров разнообразия лежу большое. Это капец. Кого только тут нету. Что за звук? Ну-ка прыгнем. А, я туда и прыгнуть не могу. Жаль. Валим тогда. Так, ну, есть у нас 5 изумрудов, что теперь с ними делать? Да, 5 изумрудов.
Давайте теперь сюда, что ли, пойдем. Ага, все. The end. О как. Ну, что я могу сказать? Многое, наверное, конечно, в этой модификации я упустил. Допустим, нельзя почему-то вправо пройти, там... Ошибку дает просто. Некоторые двери, я думаю, я пропустил тоже. Но, в общем, я уже понял, что это действительно наркоманская модификация. И действительно веселая, интересная. Мне она очень даже понравилась. Надеюсь, вам тоже. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи. Всем пока.